Ήδη, Όντιν! Τι πλέον μένους οι ουράνοι. Άνθρωποι νύχτα που βλέπουν. Уйди! Ну! А, добро пожаловать. Чем я могу помочь? Хорошо. До встречи! Вы слыхали историю об отважном капитане Факс? Ты сказал, богиня Сивы? Как ее звали? О какой битве ты говоришь? Ты не слышал? О, друг мой, слушай внимательно! Я расскажу, что случилось. Легенда гласит, что греческий капитан и египетская богиня отплыли из Александрии за тем, чтобы найти флот габинианцев, лишь прочная трирема и верная команда против прославленных боевых кораблей. Плавучие горы, что несут по 10 тысяч человек и полыхают всепожирающим огнем. Где эти шакалы-габинианцы? Лазутчик сказал, они пройдут здесь. Наврал, сверну его тощую цыплячью шейку. Кто такие габинианцы? Откуда они взялись? Изгои из Рима, возжелавшие Египта. Предатели все до одного. С римской дисциплиной и жестокостью птолемейцев. Противники как раз для нас. Что ж, остановим их, пока они не нашли флот Птолемея. Мы найдем их, Ая, и отправим на дно. Эти морские крысы не переживут нашей встречи. Там! И это весь их флот? Матча Посейдона нет же! Это всего лишь малая часть их полной мощи, судя по всему. Только триремы и следа проклятых октарем. Так даже лучше для нас. Мы потопим их по одному. Вперед! Приготовить стрелы! Идем в атаку! Никакой пощады! Они-то нас точно не пощадят! У них октарема? Что же нам делать? Забудь про страх, Дамаст! Они просто нас еще не знают! Эта корыта их не спасет! Ускориться! Нас атакуют! Удар! Увеличить скорость! Спокойно! Спокойно! Удар! Наращиваем темп! Удар! Нас атакуют! Стреляем! Удар! Огонь! Есть преследник! Нас атакуют! Проклятие! Удар! Удар!
война! Удар! Стреляем! Стреляем! Готов стрелять! Нас атакуют! Бросить скорость! Удар! Готов стрелять! Треть! Нас атакуют! Спорить темп! Удар! Не торопитесь! Удар! Ответный огонь! Нас атакуют! Удар! Меньше скорость! Готов стрелять! Стреляем! Удар! Сбавить темп! Нас атакуют! Удар! Темп! Стреляем! Удар! Сейчас будет удар! Ответный огонь! Лечь в дрейф! Сбросить скорость! Гребите! Удар! Ответный огонь! Спокойно! Спокойно! Нас атакуют! Готов стрелять! Стреляем! Второй потоплен! Стреляем! Стреляем! Еще один подарочек Посейдону! Нас атакуют! Удар! Меньше скорость! Идем на таран! Нас атакуют! Сбавить темп! Не торопитесь! Стреляем! Кабинианцам пришел конец. Все 20 боевых кораблей оказались в объятиях Посейдона. Одни, вопреки лютой ярости ветров и морей, они победили! 20? Даже Помпею не потопить столько кораблей. А ты не умничай! Я это слышал от того, кто там был! Капитан, это победа! Габинянцам конец! Не торопись, сынок! Мне доложили, что кораблей больше! Это не весь их флот! Идем на восток! Отправляемся в пасть крокодила, если верить вашим лазутчикам. Ха-ха-ха, что с того? Я и не таких зверюк повидал. И все они пали от рук нашего капитана. Твоя удаль тебя и погубит, капитан. И нас тоже. Будто вырвавшись из глубин иного мира, снова появилось множество кораблей. Целых 40 смертоносных громадин ждали наших отважных героев. Впереди показался еще один корабль. Таких огромных еще не видывал свет. 10 000 воинов стояло на его широкой палубе, стуча оружием по щитам. Должно быть, это крупнейшее сражение в Средиземноморье. Тишина окутала все. Как вдруг подлые габинианцы отправили 100 огненных ядер прямо на Фоксида и его верную команду. Так и сыпется сквозь туман, словно в кошмаре. Не поддавайся уловкам, Дамас! Они хотят сломить наш дух, но у них не выйдет! Это пламя! Оно не гаснет! Фокси! Это орудие может нам пригодиться! Есть у меня один приятель приятеля! Можем устроить! Они сражались как боги! Пришел час славы! Но все это было напрасно! Ведь появилось больше кораблей! Их буквально давила огромная боевая армада, будто посланная самим Аресом. Силы угасали. Но команда их снова восполнила благодаря громовому реву капитана и богини.
Еще корабли! С востока! Клянусь Аидом! Похоже, теперь все мерзавцы в сборе! Так! Боги с нами! Время пришло! Победа или смерть! О-ла-ла! Готовьтесь к маневрам! А я! Дамас! И вы, лентяи, слушайте! Истцы сломают... Они сражались как боги. Пришел час славы. Но все это было напрасно. Ведь появилось больше кораблей. Их буквально давила огромная боевая армада, будто посланная самим Аресом. Силы угасали. Но команда их снова восполнила благодаря громовому реву капитана и богини. Еще корабли! С востока! Клянусь Аидом! Похоже, теперь все мерзавцы в сборе! Так! Боги с нами! Время пришло! Победа или смерть! О-ла-ла! Готовьтесь к маневрам! А я! Дамас! И вы, лентяи, слушайте! Истцы сломают перья, описывая это! Здесь, в этом смердящем океане, мы отправим проклятых гобинянцев в царство Аида. Пусть расскажут нашу историю, не заплакав при этом от стыда. Пусть сами боги поднимут чаши за нас. Успокойся, богам нет дела до нас. Вперед! Нас атакуют! Удар! Рейд! Удар! Удар! Ответный огонь! Удар! Спокойно! Спокойно! Нас готовят! Удар! 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 Готов стрелять! Стреляем! Рейд! Спарить темп! Удар! Меньше удар! Не спешите! Живее! Нас атакуют! Удар! Больше скорости! Нас атакуют! Лечь в дрель! Спокойно! Удар! Ответный огонь! Удар! Рейф! Сбавить темп! Проклятие! Они сражались как боги! Пришел час славы! Но все это было напрасно! Ведь появилось больше кораблей!
Их буквально давила огромная боевая армада, будто посланная самим Аресом. Силы угасали. Но команда их снова восполнила, благодаря громовому реву капитана и богини. Еще корабли с востока! Клянусь Аидом! Похоже, теперь все мерзавцы в сборе! Так, боги с нами! Время пришло! Победа или смерть! О-ла-ла! Готовьтесь к маневрам! Ая! Дамас! И вы, лентяи, слушайте! Истцы сломают перья, описывая это! Здесь, в этом смердящем океане, мы отправим проклятых гавинианцев в царство Аида! Пусть расскажут нашу историю, не заплакав при этом от стыда! Пусть сами боги поднимут чаши за нас! Успокойся, богам нет дела до нас! Вперед! Готов стрелять! Удар! Не торопитесь! Нас атакуют! Увеличить темп! Идем на таран! Гребите! Удар! Гребь! Сбавить темп! Стреляем! Стреляем! Быстрей! Сбросить скорость! Не торопитесь! Идем на таран! Идем на таран! Сбавить темп! Идем на таран! Нас атакуют! Удар! Ответный огонь! Удар! Ответный огонь! Удар! Идем на таран! Отплываем! Стреляем! Помедленнее! Удар! Удар! Дрейф! Спалить темп! Стреляем! Удар! Спокойно! Удар! Не спешите! Удар! Спокойно! Удар! Попай! Готов стрелять! Удар! Лечь в дрейф! Стреляем! Удар! 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 Меньше скорость! Победа! Амон-Ра благоволит всем нам! Алла-ла-ла-ла! Хороший был бой! Алла-ла-ла-ла!
Итак, Фоксит и богиня стали легендами, оставив позади сотни тысяч утопленных габинианцев. Поверьте, даже сейчас я плачу. Говорят, если прошептать волнам молитву, можно услышать, как в ответ прилетит боевой клич. Алала! Алала! Так все и было. Точно так. Какой рассказ? Богиню звали Айя. И да, она богиня. Не знаю, есть ли еще правда в твоей истории. А что есть правда? Величие, дозволено все. Должно верить в акт создания. Иначе уподобишься габинианцам. Ты хороший рассказчик, друг мой. Только не знаю, то ли это какая-то игра, то ли история. Это одно и то же, друг мой. Они неразделимы, как океан и дождь. Алла-ла! Теперь ты видишь! Ха-ха-ха-ха-ха! Дурной знак! Себек заболел. Пицуха зол.
Сын Себека несет его волю. Что делать? Я излечу Себека. Молитесь дальше. Дорогу! Апа, пердиан! Ты он ягоне! Место хорошо охраняется. Эй! Ахер Герун? Видели его глаза? Что-то не так. Он болен. Я уверен, что это дурной знак. Гридел, нечто ужасное. О, Себек, прости нас. Что же делать? Наших подношений мало? С дороги! Эй, ты! Стой! Под дверью лужа крови. Убитые крокодилы в Крокодилополисе. Боги, это подпольная кожевня. Мумии, жалкие поделки. Мерзкое богохульство. Мумии набиты золотом и ценностями. Куда их везут? Судя по меткам, это судовой груз. Горы золота. К
Кто-то неплохо на этом зарабатывает. Их развесили как белье. Вот почему дверь заперта. Тайное богоубийство. Кто-то убивает крокодилов и мумифицирует их. Недолжным образом. Чудовищное святотатство. Контрабандисты используют мумии как мешки. Набивают золотом и увозят тайком. Мамон. От одного запаха воротит. Я убью их. В Египте нет преступления страшнее. Нужно положить этому конец. Я выясню, куда отправляют мумии. Неподалеку должен быть порт. После убийства греческого торговца в пятом квартале... А ну, не смей с ним играть. Брат, прости меня. Я слышал ваш разговор. Ты что-то говорил про людоеда. Людоед уже не первый месяц забирает отсюда народ. Люди пропадают? Вы сообщали филакитам? Да от филакитов нет толку. Вон на той неделе пропали аж 3 рыбака. А через пару дней их останки всплыли в реке. И хоть бы что... Мы-то знаем. За этим стоит тот буйный сумасброд. Мы за ним следим. Вещи не то, чем кажутся. Поговорю, пожалуй, с этим людоедом. Кажется, им овладел сам Себек. Нет. Он поедает... Thank you.
в Себека! В этих краях никто не исчезает. Может, это его ищет больше? А!